А погода у нас хорошая, то лапы ломит, то хвост отвалится. Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Еду сегодня в Путилово. Это Ленинградская область, Кировский район, небольшой населенный пункт, насколько я знаю, если я не путаю его с другим, потому что, знаете, столько площадок, столько мест, где был, где не был, что можно за немножко подзапутаться. В общем, посмотрим сегодня концерт совместно с цирком на сцене. Поехали, дождики на улице, дождики, едем. Проехать через Петербург другой дорогой. Поеду, в общем, на работу одной дорогой, с работы другой дорогой. Дождик. Вроде потише становится, но все равно летит. Ну вот. Кресты в зале стоят по-прежнему. Изолентой наклеены. Вот так. Нельзя. Ну и где-то там послетало, где-то есть, где-то нет. В общем, так. Ну, зал уютненький. За кулисами вначале подумал, что тут какие-то ставки принимаются. Делай ставку на будущее. А это урна для голосования, что ли, такая, да? Понятно. В Путилово на сценической площадке. Там осталось меньше часа до выступления. Практически все готово. Осталось загримироваться, переодеться, настроиться, подготовиться. Коллегам немножечко помочь по реквизиту, потому что не успевают. Там с животными подготовка идет в другом месте. Там их нужно покормить, выгулять и так далее и тому подобное. Ну, коллеги коллегам должны помочь. Сегодня новый артист в нашей программе. Йок, я не знаю, постараюсь кусочек снять. Шоу Йок Макарюк. Ну, шучу, конечно. Не, все хорошо, все интересно. Интересно, когда появляется что-то новое. То есть, новое разнообразие по-другому. И это классно. Разнообразие вам в вашей жизни. Это Пашка Зыков. А что я прощаюсь? Еще не прощаюсь. Еще концерт впереди. Правда, мне его не снять. Ну, ты погоди.